Как вы считаете, за счет чего вам сегодня удалось победить команду «Адвокат»? Сегодня удалось победить за счет командного духа. На классе играли соперника. Можно ли сказать, что в вашей команде вот главное – это не хватало тренера? Ну, в какой-то степени да. Смена тренера сыграла очень важную роль. Видите, пока очки потеряли, сыграли только ничего. Все остальные выиграли. Сделает ли ваша команда работу над ошибками после победы? Конечно, мы всегда делаем работу над ошибками. Какой настрой команды на дальше? На дальнейшие? Только победа и только вперед.